В Махачкале 9:45, в студии Бедерниси Гусейнова, редактор выпуска Шерипат Шульгина. Новости. Исполняющий обязанности главы республики Владимир Васильев встретил в аэропорту дагестанских вольников, входящих в состав сборной России. Домой борцы вернулись из Сочи, где проходили этап подготовки к чемпионату Европы. До сборов воспитанники спортивных школ республики удачно съездили в Болгарию, где завоевали медали представительного международного турнира. Спикер парламента Хизри Шихсаидов поручил депутатам подготовить к рассмотрению проект закона о языках народов Дагестана для рассмотрения его в первом чтении на ближайшей сессии Народного собрания. Проект «Защите интернет», направленный на противодействие негативной информации в сети, запустили в Дагестане по инициативе открытого молодежного правительства республики. Презентация книги Багаудина Аджаматова «Герой Польской Республики Ильмудин Шугаибов» прошла в Национальной библиотеке. В ходе мероприятия Аджаматов ответил на вопросы гостей, которых интересовала история и личность главного героя книги. Новости культуры. Сегодня в Махачкале в Центре этнической культуры открывается выставка «Сраждин Батыров. Эскизы костюмов». Экспозиция посвящена одной из самых важных и сложных областей деятельности Батырова – реконструкции традиционной ногайской одежды и созданию сценического костюма ансамбля «Айланай». Сегодня театр «Поэзия» приглашает на вечер проекта «Встречи в театре «Поэзия» с участием заслуженного артиста Дагестана Марата Тимохина. Сегодня Дагестанская филармония приглашает на концерт «Весенний калейдоскоп». В программе вечера выступления Гаэне Джаникян сопрано и Юлиана Селицкого фортепиано. Прозвучат популярные романсы и мелодии из мюзиклов. 12 апреля Дагестанский театр оперы и балета приглашает на премьеру одноактного балета композитора Магомеда Гусейнова «Рапсодия любви», либретто-хореографа заслуженного артиста России Мусы Аздоева, сценограф – народный художник Дагестана Ибрагим Халил Супьянов. Вести спорт. Сегодня в Махачкале на стадионе имени Елены Исенбаевой флешмоб, посвященный чемпионату Европы по спортивной борьбе. Погода. В Махачкале без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, температура 10-12 градусов тепла.